бежит, чтобы угловой подать. А бил Ткачев, именно он заработал корнер. 4-2. А сколько же добавил арбитр? Две всего две. Две минуты. Значит, минуту остается командам играть. Одна из последних атак волжан. Подача. Удар 4-3. Вот это игра. Вот это матч. Вот это сюжет. И показывает Леонида Слуцкого, но, честно говоря, на него тяжело смотреть. Такое впечатление, что просто невольно, но футболисты его команды над ним сегодня издеваются. Ткачев забил, и здесь замена сработала во многом. Второй гол Ткачева в нынешнем сезоне. После углового он все-таки нашел возможность пробить с близкого расстояния. 4-3. Сумасшедшая игра. Непредсказуемо. Лихо завернули сегодня армейцы и самарцы. То, что касается сюжета. С носка.